Вот Андрей Есипенко. Он сегодня играл как чайник, сыграл в ничью, хотя должен был победить. Вот сейчас он будет переписывать партию, заодно прокомментирует мне. Да, Андрюшка? У нас с ним договоренность такая. Он по жизни мне обещал комментировать все свои партии, но только чтобы я их не выкладывал в интернет. Ты играл белыми? Ты черный. Ага, давай. Сейчас. А я так вот встану, чтобы мне было видно. Чуть подольше, ты чуть-чуть погромче говори. Нет. Андрюшка, чуть громче. Потому что иначе... Ну, ничего, ничего, говори, говори. Нормально. А скажи, пожалуйста, вот этот вот ход, кстати говоря, конь F3, это вот он какой-то необычный. Тебя соперник хотел запугать, очевидно, этим вариантом. Удивить. Удивить, да? А, вот так. Но ты, конечно, это знал. Да. Ну, он давит на эту пешку, да? Да. D4. Ты ее как-то будешь сейчас защищать еще, да? Сюда. Завязал коня. А почему ты не хочешь разменять CD? DC? Ну, в смысле DC, естественно, да. Вот вместо этого. Можно? Ну, а, ну ты не хочешь ему отдавать темп, да? Да? Правильно. Вот мне это важно понять. Ну, я понимаю, да. А, вот это интересно. И чего он, получается, берет слона, да. Я бью шаха. А, да, воу. Бьет, а. Я да. Ага. Так, подожди, ну хорошо, а это ты так пошел, а, ну хорошо, он побьет, ты же не можешь? Да. А, ты противный какой. Ну ладно. Так, все понятно. Ну, теперь она пешки, наверное, бьет твоего слона. Подожди, рокировка, а почему не пешку побить сначала? А, все. Да, я не вижу. Пиши, да. А, ну вот, а теперь ты его уже побьешь, да? Да. А, ну да, вот теперь ты как бы отнял у него темп. Да. Ну, вот это очень важно для нас, не умеющих играть, понимать, что надо не сразу, допустим, казалось бы, какая разница, вот так и так с темпом, а так без темпа. Так, подожди, объясни, пожалуйста, почему он сделал рокировку, а сейчас не бил? А. Ну да, да, ты, все понятно, да, это невыгодно, это невыгодно, это невыгодно.
Подожди, вверх. Ну, он пихнул тебя, да. Такой ход, пожалуй, и я бы сделал.